Всем привет, друзья! Я, короче, буду кушать копченый бекон. Вот он. А, так пахнет дымком. Такой ароматный, классный. Вот такой вот. Такой копченый бекончик. В общем, друзья, сейчас возьму хлебушек. Очень вкусно, друзья, и очень приятно пахнет. Вообще, как приятно пахнет этот бекон, друзья, если бы вы знали. И вообще вкусный, он не пересоленный. И по консистенции такой вот именно хороший. И на вкус он такой нежный. Тут, видите, он с прослоечкой мяса и сала получился бекон.
друзья. Вкуснятина. Друзья, в общем, бекончик этот классный. Вот если по пятибалльной шкале оценивать, то на пятерочку. Потому что в нем немного мяса. И по консистенции он такой хороший, по вкусу нежный. Жуется хорошо. Вот запах вообще бесподобный. Пахнет дымком. В общем, очень вкусно. Ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот и желаю всем счастья, здоровья, удачи. И всего самого наилучшего. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. И до новых встреч.